Здорово, народ, добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. За моей спиной БРДМ. Там ребята сидят, он сейчас будет участвовать в реконструкции. Пока есть время, можно влезть внутрь. И нам обещали все рассказать, завести. В общем, послушаем, как работает эта малышка. Погнали. БРДМ 2. Паш состоял из 5 человек. Вот видите сидушки? Вот. Раз, два, вы сели. Вот я сижу. 3, 4, и тут подвесная еще сидушка такая, специально для пулеметчика. Ага. Че он тут у нас? А что за двигатель? Двигатель газоновский здесь. ГАЗ-53, восьмерка. А мощность? 100 лошадей. Ага. 120, то есть, здесь, да. А орган управления у него, как это так, вообще? Так, органы управления, вот. Руль, сцепление, газ. Тормоз, что тут еще? Коробка вот. Вот подкачки идут на каждое колесо, воздух. Вот, отбор воздуха идет. Вот. Левое, правое колесо. Вот. Вот подспускаешь, вот где пахота есть, там, например, подкачка, вот где, например, ты засел песок там, болото, грязь. Можно подспускать резину, чтобы ты мог проехать. Mm-hmm. А по асфальту подкачиваешь там, где видишь. Так, вот у нас, смотрим сюда, он же плавающий у нас же, получается, вот, там есть подвесные колеса вот такие вот специальные. Ага, но они сейчас не опущены, да? Не, они поднятые, это перевалочные считаются, если заехал где-то на бугор, и ты сел на живот, тут специально есть, стоят вот эти колеса, вот они, видите? Ты краном, вот кран стоит у тебя, ты их открываешь. Они опускаются, и ты выжимаешься полностью на них. Ага. И все, и выезжаешь. А вот с той стороны вот это вот что за вот ящик? А это рация уже идет. Это здесь командир сидел. Ага. Да, вот это а рация. А вот внизу тоже рация? Тоже это все рация шла, да. Это все. Вот наводя, он отсюда наводил все, как стрелять, все. И передавал туда этому пулеметчику. А можно его завести? Да, мы его. Как тихо вот. Он работает. Да, хорошо работает. Мягко. А как он быстро может ехать? Быстро и нормально едет. 80 едет. 60-70. А вооружался он чем? Что у него на башне было? ПКТ. Пулемет стоял. Большой. Вот башня. Он отсюда закидывался отсюда. А башня вот он такой. Да, башня крутится, да. И туда он вставлялся. Вот отсюда заряжался, вставлялся он, да, видите, вот. Ага. Интересная штуковина. Да, а хорошо. Тут боекомплект, да, получается? А тут, да, патроны стояли, все, это, ленты пулеметные. Ну, он заряжался, я тут два пулемета стояло. Один большой, один маленький. Угу. У башни. А это вот что это? Это фиксируется башня. А вот это поднимать, да? Поднимать, да, опускать, крутить. Вправо, влево. А сейчас пулемет не стоит. Хорошая. Не, нету пулемета, конечно, он это снято все. Ну тут прям нормально так место. Комфортно, я бы сказал. Да, хорошо. Не как в танке. Мягкий он вообще. Да? Ездит. До ужаса, конечно. Ну а проходимость у него прям. Обалденно. На рыбалку нормально? Везде лезет. Прикольно.
Вот такая интересная техника, друзья. Кстати, можно себе купить, ездить на рыбалку, на охоту. Мужики говорят, очень крутая штука. Миклуха Макфлай, пишите комментарии, подписывайтесь, где вы еще такое видите. Пока-пока.